Поглумились над смертью. Одиозный украинский сайт «Миротворец» с издевкой написал о кончине российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой. На своей странице в Фейсбуке представители сайта заявили, что она поддерживала якобы агрессию России против Украины, а также нарушила госграницу, поэтому и заболела онкологией. Продолжая эту тему, «Миротворец» упомянул и других звезд российской эстрады, Иосифа Кобзона и Михаила Задорнова. Они тоже внесены в черный список под названием «Чистилище». И представители «Миротворца» цинично связали болезнь артистов с посещением Крыма и Донбасса. По просьбе Лайфа Иосиф Кобзон прокомментировал это заявление. Мракобесы, потерявшие разум, потерявшие честь, совесть. Я не православный, но считаю, что Бог их накажет. А мы, как так сказать, были патриотами своей страны, как любили Россию, так и будем любить. Что бы, так сказать, ни происходило, какие бы русофобы не захлебывались в этой грязи.